Доброго времени суток. Сегодня расскажу маленькое видео о двигателе, генераторе на ртути. То есть вот здесь представлена такая вот модель. Здесь есть некоторые нюансы, которые у меня возникли, некоторые вопросы. Смотрим. Это такой вот желобок, подставочка. Здесь идет две металлические такие пластины внутри в виде кольца, одно и второе. К ним подходят контакты. Видео немое, ничего не объясняет, просто пантомима, ну то есть рассчитано на западного смотрителя, так сказать. Он это все прикручивает. Вот это ртуть. Посыпает порошочком каким-то там, неважно, это может быть сода, соль, что угодно, предназначено для того, чтобы мы видели движение ртути. И самый важный момент, на который я хочу обратить внимание, слушаем внимательно. Слышим, да? Изменился свист. Свист высокой частоты. То есть он проводит какие-то там манипуляции, которые остаются за кадром. Как обычно, все такие видео рассчитаны просто на просмотры и не более. То есть здесь, ну, смотрим, что из этого получается. Видим, да? Когда он подает напряжение с определенным каким-то частотой или резонансом, вставляет магнит, а ртуть начинается движение. Я, правда, не могу понять, где вот это вот. То ли здесь высокочастотное напряжение подается, то ли под столом стоит какая-то магнитная хрень, которая, ну, ртуть, она не магнитится. Это как бы мы все знаем. То есть что-то там происходит. Возможно, неодимовый магнит очень быстро крутится. И, как мы знаем, по принципу тока Фуко, ртуть может двигаться. Это 99%, что именно так. То есть под низом стоит, ну, то есть как бы мощный неодимовый магнит. И если его включить двигатель и он начнет крутиться, то ртуть тоже автоматически, благодаря токам Фуко, начнет тоже движение. Это моя версия, я не говорю, что она правильная, но очень большая вероятность, что именно так движется вот это вот ртуть, когда он меняет полярность. То есть, опять же, кино немое, он ничего не объясняет, не рассказывает, проводит какие-то манипуляции, которые проходят за кадром. Мы слышали изменение частоты. Слышим, да? Свист. Все. Предназначено просто для просмотра. Ничего здесь такого нету. Я думаю, скорее всего, что это просто очередной фейк-фокус и не более. Ссылочку поставлю на это видео, посмотрите, сами попробуйте разобраться. Так что всем всего хорошего, до свидания. Вот такое маленькое видео.